21 сентября тот, кто приковал внимание клаберов по всему миру. Известный испанский музыкант, известный испанский диджей и продюсер Луис Джуниор. Hello, I'm Luis Junior. You are watching Night News on UTV. It is the second time. Это уже твой второй приезд в Уфу? Нет, на самом деле третий. Какие эмоции и впечатления произвела на тебя наша публика? Я довольно часто приезжаю в Россию и всегда в восторге. Я думаю, людям нравится моя музыка. И я в ответ люблю русскую публику. Везде разная публика, и здесь, в этом клубе, мне нравится ощущение единства с танцполом. Я очень рад, что я снова здесь. Your own label, as I know. Насколько я знаю, у тебя есть свой лейбл. Скажи, пожалуйста, как ты собираешься развивать его? Я начал заниматься лейблом в январе этого года. Я не спешу, двигаясь шаг за шагом. Фокусирую свое внимание на каждом релизе, на каждом треке, чтобы быть уверенным в них. Я люблю работать с талантливыми людьми, которые действительно делают качественные вещи. Это могут быть как известные люди с именем, так и начинающие музыканты. Сейчас очень много лейблов, выпускающих разного рода продукт, что в итоге не совсем качественно, так как они преследуют коммерческие цели. Но я не сторонник этого. Я же за то, чтобы выпускать пусть меньше релизов, но зато более качественных. Я работаю над множеством проектов именно с начинающими музыкантами, как я уже сказал. И вы знаете, очень доволен результатом. I'm happy with the results. What plan you have in the future? Скажи, пожалуйста, какие планы у тебя на будущее в музыке и вообще в личной жизни? На первый вопрос мне намного легче ответить, чем на второй, на который я просто не знаю ответа. Что касается музыки, я буду продолжать двигаться в этом же направлении, потому что, на мой взгляд, я добился в этом хороших результатов. Я выступаю во многих городах по всему миру. Работаю с хорошими людьми, начинающими талантливыми музыкантами. Я доволен тем, как складывается моя музыкальная карьера, и, вы знаете, я буду продолжать в том же духе. И еще у меня есть мечта писать музыку, скажем, к фильмам, потому что это что-то новое для меня, и мне хочется сочетать электронную музыку, классическую, гитарную и тому подобное. Что касается личной жизни, не знаю, это сложный вопрос. Все свое время я посвящаю музыке и своему ребенку. Ему 6 лет, и это, пожалуй, самое важное в моей жизни. It's my more important things in my life now.
очень нравится. Луис Джуниор не разочаровывает. Второй раз в этом году, просто отлично играет. Мне очень нравится. Я тебя нифига не слышу, но здесь круто. Как вам ощущения от вечеринки? Как вроде играет Найк? Кто-то с Испании. Никогда не слышал, но прикольно. Замечатель, очень все клево, мне вообще очень все нравится. Кто сегодня играет, знаешь? Без понятия. Мне очень нравится Луис. Его музыка просто заряжает позитивом, радостью. В общем, он профессионал своего дела. Мне нравится атмосфера, которая сегодня здесь творится. Она такая просто вау. Отличная прям вечеринка, много народу. Отдыхаем, гуляем, тысячи друзей. Вечеринка шикарная! Луис офигенный человек, просто супер-мега! Вот, мы от него в восторге, мы его любим! У него треки! Супер! Он супер! Вплотную посвятил разъездам. Сразу после России он отправится в Лондон, где он будет играть в крупнейшем клубе Ministry of Sound. А затем отправится в Австралию, где он заявлен как хедлайнер фестиваля Eclipse.